редкий момент, ребятки, на железнодорожной работе. Вышел я на свободу, на воздух. Вот здесь все убираю блокираторы, это против воды, которая смывает, безжалостно смывает рельсы. Так, немножко кадр, сейчас, подожди. Так. Ну, у меня сейчас немножко усовершенствована технология производства железной дороги. А все рельсы с собой. Так, видишь, у нас тут, блин, зараза, уголь. Соберем. Железная дорога с собой, я как прокладываю, и на вагонетке же я возвращаюсь назад уже. Я перфекционист, а как вампир, перед которым рассыпали зернышки, он пока не соберет все зернышки, он даже кровь у жертвы пить не будет. Понимаешь, помнишь, эта штука есть у Вернера Херцога в его фильме «Носферату» про вампира. Ну вот, теперь втыкаем. Стоп. А, у меня уже, видишь, это нифига места нету. Втыкаем, включаем. И поехали снова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один. Повторяю, мне это я все узнал. Каждый, ну, эту разгонную рельсу надо класть раз в 32 рельсы. Но я на всякий случай кладу раз в 31. Это я узнал на YouTube, на каком канале, это я уже тебе не скажу. Ссылку теоретически можно, конечно, найти, но уже затруднительно. Так, включаем и идем дальше. Заодно освобождаем место в арсенале. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Перекладываем. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Поэтому вот так. Так, вот здесь у нас нет воды, нету. Спокойно. Я вот уже постановил вот так вот делать, так вот разрывать такую тройную. Вот так я и делаю. Еще раз говорю, перфекционизм. В работе важен ритм, постоянство. Ну и что? Вот смотри, мы вбуриваемся в итоге в голову, как всегда. И здесь, ну, опять все то же самое. Однообразная работа. Ну, смотри, что, в принципе, еще нужно сделать. Да полно всего. Во-первых, я еще не нашел деревню. Деревня якобы должна быть рядом с аванпостом. Аванпост у меня уже найден. То есть мне очень повезло, что я его нашел. Он у меня там красуется прямо рядом с моей фермой. Но я там посмотрел, вроде бы вокруг ничего, никакого признака нету деревни. И сейчас я тут вот с гор посмотрел. Ну, в горах вроде бы ее и не бывает. Что я нашел? Я нашел тыкву. Из всего этого можно что-то делать. То есть это все надо будет посмотреть. Что можно делать из тыквы. Либо просто я посмотрю на YouTube. Потом новая порода деревьев еще нашлась. Елки, собственно говоря. Ну вот, все это, как говорится, будем с вами осваивать. А это у меня уже, собственно, завершение окружной железной дороги, потому что сначала стою на восток, потом, подожди, на восток, потом на север, теперь стою на запад, назад. И закончится дорогой на юг, соответственно. Ну, то
То есть, как я возвращаюсь сейчас в родные места. Только северней. Так, все, видишь, освободилось место у меня в арсенале. Так что, ребята. Так, вот это опять у нас пошла руда. Каждый раз мне лень с ней возиться, но... Ну, блин. А вдруг потом не будет хватать нам топлива? Месторождения всегда большие угля. Видишь, вот. Сразу же выбиваем, сразу ровное помещение. Вот так сделаем такой здесь заворот. Значит, здесь, получается, углубляем. О, вот и нашлось еще богатство. Железная руда. В обязательном порядке тоже собираем. Всего-то что-то две штуки. Ну, давай вот здесь прорубим. Может, тут еще что-то будет. Нет, ничего не будет уже. Так, сразу делаем ровненько. Здесь точно ничего. Точно ничего. Теперь закладываем здесь лишнее. А, вот еще, подожди. Здесь еще. Все. Так, здесь закладываем. А вот здесь, ребята, так поднимем потолок. Ну, вот такую красивую нишу оставим после себя. Да, вот это тоже тогда. И поставим в ней еще свет. И пусть, как говорится, будет. Ну, допустим, вот так, чтобы ровненько было два факела. А вот этот, конечно, мы можем убрать уже свет запросто. Не нужно. Ну что, и продолжаем.